Друзья, всем привет! С вами Виктория. Добро пожаловать ко мне на кухню. Сегодня готовлю десерт без выпечки. Десерт с мандаринами. Десерт у нас будет без желатина. Готовится очень просто, быстро, из доступных продуктов. Получается вкусный, красивый и праздничный. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще этого не сделали. И жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные рецепты. Для начала 400 грамм мандаринов очищаем и разделяем на дольки. Далее каждую дольку нарезаю вдоль на более тонкие дольки. Таким образом мы также сможем убрать семечки из мандаринов. И вот что у нас получилось. Небольшую часть от общего количества мандаринов я оставила на украшение. А в эту часть мандаринов я добавлю буквально 1 чайную ложечку сахара и перемешаю. Можно этого не делать, а если вы любите послаще, то можно добавить даже 2 чайные ложечки сахара. Приготовим крем для нашего десерта. Для этого 250 мл жирных сливок. Сливки у меня 30% жирности. Можно воспользоваться сливками 20 или 25% жирности. Сливки нам нужно взбить и взбиваем миксером до мягких пиков. Вот этого будет достаточно, вот такие мягкие пики. И затем добавляю йогурт. У меня жирный ванильный йогурт. Он сладкий. Если у вас йогурт не сладкий, то добавьте несколько столовых ложек, например, 3 столовые ложки, я думаю, будет достаточно, сахарной пудры или сахара. Вот видите, йогурт у меня такой жирный, хорошо держит форму. Добавляю его в сливки. Продолжаю взбивать еще 3-4 минуты. Крем получается не слишком густой, но достаточно для того, чтобы держать хорошо форму в нашем десерте. И пока убираем его в холодильник для стабилизации. 180 грамм печенья наломаем на кусочки и перебьем с помощью блендера в крошку. Также это можно сделать скалкой, либо просто наломать на маленькие кусочки руками. Все готово, собираем наш десерт. Подготавливаем стаканы, креманки, бокалы. Первым слоем выкладываем наш крем. Сверху на крем выкладываю слой печенья. Следующий слой — мандарины. И выкладываем опять крем. Сверху выкладываем мандарины, которые мы оставляли на украшение. И таким же образом заполняем следующие бокалы или стаканы. Крем, печенье, опять немного крема, мандарины. Мандарины желательно выкладывать вот так к стеночке, чтобы они немного просматривались. Так будет смотреться еще праздничнее и красивее. И опять крем. И украшаем дольками мандаринов. И в таком виде убираем десерт в холодильник, чтобы он хорошо пропитался и крем немножко стабилизировался. Друзья, десерт получился очень вкусный, красивый, праздничный. Я бы его назвала «Мандариновое счастье». Такого же счастья желаю и вам в эти новогодние праздники. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите мне ваши комментарии. Всем желаю всего самого доброго и до новых встреч. С вами была Виктория.